Уже традиционно члены Федерации конного спорта нашего региона собираются в конце года, чтобы подвести итоги и отметить лучших спортсменов и их тренеров. Несмотря на препятствия, вызванные пандемией или другими причинами, они продолжают заниматься любимым делом, достигать в нем высот и прославлять тем самым Тамбовскую область. Очень большое спасибо хочется сказать любителям конного спорта. Вы видели сегодня клубы, кто принимает участие. Да, хотелось бы лучше. Вот, но все это из тех возможностей, которые у этих энтузиастов есть. Практически конный спорт на Тамбовщине поднимает энтузиасты. Одна из награжденных – 12-летняя Стефания. Девочка ездит верхом с 5 лет, а вот именно в спорт попала год назад. Любовь к лошадям у нее с самого детства, и это семейная. Я добилась с моим тренером Ольгой Валерьевной Балыбиной, моей мамой. Мы добились это вместе с моим лошадью. Столько труда, были и слезы, и истерики, что, мам, я не буду больше заниматься спортом, мне это, ну, страшно, боюсь. Но вот достигли всего вот этого, перебороли страх. Еще одна лучшая спортсменка в категории «Дети» – Полина. Ей тоже 12 лет, и она тоже занимается конкуром. Юная наездница едва сдерживает эмоции и с огромной благодарностью отзывается о своих наставниках. Это первая твоя награда? Именно вот такая, да. А вот вообще наград было много, но скорее за соревнования и за все вот это. Именно такая награда у меня впервые. Мне это дает понять, что я молодец, что я работаю над собой, что стараюсь, все получается, идем в гору. Во время заседания Федерация конного спорта также обсудила планы на будущий год. Например, уже запланировано несколько соревнований. Обратите внимание, что среди награждаемых сегодня молодые люди. Многие из них даже несовершеннолетние. А это говорит о чем? Что первое, в спорт тянется молодежь, а второе, у него есть перспективы развития. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Евгений Мещеряков, область новостей.